Всем привет, ребята, вы на канале RM Game Studio, и мы продолжаем проходить такую небольшую игру под названием Deadlight. Меня зовут Рома, присаживайтесь поудобней, и мы продолжаем. Играл я давненько в нее, не остановились. По-моему, мы крысе помогаем найти его сына. Куда дальше? Я черт его знает. Боже, как их тут много. Опачки. Блин, что дальше делать? Так, загрызли меня, слушайте, ребята, а чё дальше-то, а? Неужели там на крышу нужно запрыгнуть? Сейчас попробуем. Так, нужен какой-то домик на дереве. Ох! Как ты же уродец, а? За ногу втяпнул. Так, неужели мне туда на крышу надо? Да, отлично. Бог простит их или нет? Надпись на стене. Так, деревянные четки, на них крестики из слоновой кости. Христианин не успела прочитать, отвлекают эти зомби. Да, их тут очень много. А крыса у меня все оружие забрал. Полностью все. Но то он и крыса. Так, что дальше? Так, вырезка из The Seattle Herald. Опа-па. Валим отсюда. Ай-яй-яй. Валим, валим. Давай. Так,
утечка. Это замечательно. Это просто замечательно. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Да. Ну да, слушайте, я не знаю, сколько там еще впереди игры будет. Так, а наверное... Вот, да, сделаем вот так. Давайте, идите туда. Мои вы мертвяки. Ничего так игра, знаете, я вам скажу. Необычная, ведь сбоку, как раньше, помните, на приставках было. Вот в таком жанре, прям вот если бы еще геймпад был, было бы вообще замечательно. Так, а вот, я так понимаю, домик на дереве. The house that grows in the tree. Here it is. The kid should have been here. Where the hell could he be? Search ahead. Так, меня сейчас загасят. Да, так, а что ж мне там сделать-то надо, а? Как вы думаете? Напишите в комментарии, поставьте лайк, подпишитесь, кто смотрит меня впервые. Далее я пытаюсь совершенствоваться. Отлично. Наверное, это жена крысы. Теперь я понял. Мальчик приходил сюда, чтобы почтить свою мать. Ага, какой-то трэш у нас происходит. Шеннон, Лидия. Фотография больной женщины. Они также мальчик. Она лежит на кровати в больнице. Согласно дате на фото, она умерла до катастрофы. Так, чё, идём пацанюру дальше искать? Запропастился где-то, жулик малолетний. Опа. Мусорка. Так, потерянные страницы моего дневника. Ну тут по игре мы, короче, ищем. Ну не ищем, находим всякие эти. Я их не читаю. Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это поворот. Думал, проскочу. Не проскочу. Как вы заметили. It looks like a shootout. I better... Кажется, там перестрелка. Мне лучше быстрее найти мальчика. Заставочка у нас. Не могу понять, почему в заставках пропадает звук. Ребят, напишите в комментариях, кто знает, что это за борода. В каждой заставке все исчезает. Прям неприятно как-то. Может, версия игры такая. Это не лицензия. Эй, эй, кретин, да, ты... Ты не представляешь, во что ты вляпался. Кажется, это так. Будешь целый день сидеть внутри? Выгляни наружу. Кто ты? Это сейчас не важно. Возможно, тебе удастся добраться до пожарного выхода с крыши своей машины. У тебя ведь все равно нет выбора, понимаешь? Я подожду тебя на крыше. Выбирайся оттуда, кретин. Так, вот лестница. Вот я прыгну. Вон я лечу. Видать, долечу. Долетел.
Так, что у нас там дальше? Лезем выше. Город шикарно нарисован. Опа, оп. Откуда ты появился? Ты совсем свихнулся? Твой отец беспокоится о тебе. Не стоило использовать радио. Я уверен. Кто ты? Мы должны выбраться отсюда. Беги, убираемся отсюда, пока нас не поймали уроды какие-то. Похоже, у него появился друг. Короче, какие-то, не знаю, эти на вертолете уроды. Твой отец хочет, чтобы ты... Блин! Я ненавижу крысиное мясо. Никто не может выжить, питаясь крысиным мясом. Я хотел поискать хоть какую-нибудь еду, но они увидели меня. Потому что ты позволил эмоциям взять верх и отправиться к своей матери, не так ли? Моя мама? Моя мама? Нет, нет. Как ты узнал? Блин, они опять идут. Беги, беги со всех ног. И не оборачивайся. Побегли. Вот это поворот. Где кнопка? Вижу. Завтычка. Я забыл, что тут можно аж двигать предметы. Еще надо двигать. Так, есть такое дело. Жестоко зомбаки попали. Так. Неплохо. Оперативненько. If they spot me with that light, I'm screwed. Ага, вот. Есть такое. Опа, аптечка. А мне не надо аптечка. Я иду слишком быстро для тебя? Спрашиваю. Вах, обнаружен. Ну да, там... Видимо, мне на кран нужно было прыгнуть. Ну да, быстренько все так не это. Давай.
гребаный ты стол, а? Беги, Форест, беги! Ну давай, 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 давай! Прикольно. Статус обновлен. Нажмите Tab. Тут я так и не разобрался в этом. Ну, записки. Статус. Что, как? Черт его знает. Так, ну, судя по видимому, мы уже на другом уровне. Опа. Поворот. Не туда. Так, вон кондиционер нам подсказывает. Блин, а как мне на лестницу попасть? Ага, все, понял. Что дальше? Блин, а вот сейчас надо поразмышлять, малек. Ай! Суперный театр. Да, он не хочет. Проклятье, я должен найти парнишку. Он не выживет здесь сам по себе. Этот парнишка так бегает, что, блин, ты вообще отять. Опять эти уроды. Нехило он сягает, а? Хлобысь, и коленки повылазили. Все. Это дичь. Видали, как он прыгнул? Ставьте лайки, кто хотел бы так прыгать. Ноги переломать. О, вот так. Вот тут-то главное он... Блин, эти сетки конченые бесят. На них вверх надо лезть. А тут-то нормально у него все будет. Ага, здесь вниз пролезть надо. Ох, ёлки-палки! Я думал там вниз. Ну ничего, индюк тоже думал и в суп попал. Ха-ха! Так,
Есть такое дело. Where are you, kid? Я использовал аптечку. Наконец-то! Слава тебе, Богу! У нас есть топор. А то я думаю, против зомбаков, знаете, как-то не особо. А, так подождите. Во. На. Иди сюда. На. На, получи, на, получи. Бла, бла, бланш. Так, у нас кончается Ой-ой-ой. Да, что я могу сказать? Сложновастенько. Where are you, kid? Ай. Да, да, беги лучше отсюда. Да ты что? Ты сдохнешь или нет, а? Лежать. Так, какие у нас тут варианты? Да. И что мне там делать-то, а? Так, пробежать не получается. В чем загвоздка?
Да ё-ба-ба-ба-бо. Чё ж там делать-то, а? Так, ну этих по-любому надо гасить. Звать кто-то перебить всех. Напополам разрубил, нормально. Какие варианты? Сейчас дверь закроется. Чёртов мальчишка, где найти его? Ой, прыгал. Вы видели? Вы видели, как он упал через этот низкий убогий ящик? Это просто жуть. Иди сюда. И ты иди сюда, сейчас двоих сразу. На. И добивание. На тебе. Отсечь голову. Ого! Ты что, тварь? Блин, зачем он ее толкает обратно? Идиот! Блин, мне так аптечка нужна. Ладно, будем прорываться. Опять. Вот это пац. Ну, вообще, как в голливудских фильмах, слушайте. У нас недостаточно топлива, лучше вернуться на базу. Летите. Ты ранен? Какого черта ты убежал? Я в порядке, у меня свой способ. Они пытаются тебя убить, малыш, подумай об этом. Хоть секунду, позволь довести тебя до дома. Какой быстрейший путь под землю отсюда? Есть вход в канализацию на другой стороне парка. Тогда пойдем, бежим туда. У него такой голос именно прокуренный. Давайте отведу. Ну, пацан уже там, наверное. Не, классная игра. Рекомендую вам, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь. Лидия. Моя Лидия. Да, там по сюжету дочка его. Дочку, видимо, потерял.
Вот и она, завернутая в окровавленную бумагу, половинка кулона в форме сердца моей дочери Лидии. На бумаге написано сообщение детским почерком. Следуй по пути, который ты мне указал. Ну, типа того что-то. Опа. Потерянная страница моего дневника. Сейчас опять звук пропадет. Где ты был? Помоги мне! Твою мать! What? Какого черта на тебя нашло? Почему ты не стрелял? Они почти убили меня, чувак! Моя дочь, прости. Я увидел ее. Там никого не было, только тени позади тебя. Быстрее сюда! Крыса знает, что все снова отсюда не выбраться. Парень, я тебя ненавижу. Я узнал, где твои друзья. Они недавно отвели их на стадион. На стадион? Сначала это было самое безопасное место во всем Сиэтле, даже безопаснее, чем космическая игла. Крепость с высокими бетонными стенами, защищаемая военными. Но сейчас... Они превратили его в очередное ужасное кольцо ада. А что насчет моей жены и дочери? Что с ними? Я смотрел и слушал, я не мог найти их следов. Если их тоже схватили эти люди, они могут знать твои друзья. Мне пора идти, я и так потерял кучу времени. Осторожно, мистер Уэйн, эти люди опасны. Да, три голоса уже сделать как-то не получается, простите. Ну, ничего, будем учиться, будем стараться. Ну, а на сегодня, ребятулечки, все. Увидимся в следующей части. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Но мы увидимся уже в следующей серии. Всем пока, до новых встреч.